ты должен рассказать напряженную, интенсивную историю двухчасового фильма. Любая домохозяйка на кухне слышит ухом и готовит. Важный вопрос. Вылетают в трейлерах. Есть такая очень классная голливудская либо байка, либо история. А как ты думаешь, какую роль сыграл твой трейлер? Ну, спину соберечь. Отличный совет. Можешь торговать пончиками или мороженым. Это полная импровизация и это акт искусства. Вот это авторское лицо, оно все-таки обретало форму.